Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним упражнение под номером 32. Нужно подобрать к словам с двумя безударными гласными в корне проверочные слова, определить ударение, обозначить корень, подчеркнуть безударные и ударные гласные. Итак, родная сторона у нас здесь. Корень сторон, две безударные гласные, сторона. И мы проверяем стороны и сторонка. Следующее, ржаной колосок. Корень колос. Опять две безударные гласные. Колосок падает на суффикс ударения. Проверяем колос, колосья. Следующее, дорогой подарок. В корне дорог. Проверяем дорогой. Дорог. И дороже. Птичьи голоса. Голоса. Проверяем две О. Голос. Первое. И отголосок. Второе. Золотые руки. Золотые. Проверяем две О. Золото. И позолота. Большие холода. Холода. Ставим ударение, выделяем корень, подчеркиваем. Холод. Проверяем. И холодный. Вторую гласную также проверяем. Седая борода. Борода. У нас ударение на окончание. Проверяем вот эти две гласные. Бороды и подбородок. Полосатый котенок. Полосатый. Ставим ударение. Подчеркиваем безударные гласные. Проверяем полосы. Полоска. Молодой пастух. Молодой. Ставим ударение. Выделяем корень. Подчеркиваем безударные гласные. Проверяем молодость. И моложе. На этом все. Спасибо за внимание.